Всем здорово, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик акций. Начнем с английского сервера. Посмотрим, что у нас интересного есть. Merriment Pack. А, это типа паки с самоцветами. Poker Matcher, Grown Gifts. Но с таких акций здесь ничего нету. Так, смотрим, что в дискаунте. Ну, неплохо, за 1000 самов. 100 коробочек. Психощит 9. Офигеть, ребята. Это просто офигеть. 9 психощит. Вот, пожалуйста, за 3000 самоцветов. Жесть. Это просто жесть. На английском сервере творится. Вот 9 псих. Я заберу один, пусть будет, валяется. 9 сразу же. Для бездоната это нереально круто. Хоть он на сегодня не топовая эмблема, но все равно помощь от нее будет. Круто. Вальс. Кристаллики. Ну реально, реально хорош. 100 карт, 50 карт на арену. 2500. Да, плюхи, конечно, неплохие, я вам скажу. Суперсила тоже за самики. Ну, неплохо. У меня тут есть монетки, можно пощелкать. Давайте посмотрим. Ну, по сути, ничего не выиграли. Так, мешочки эти. Давайте еще посмотрим. Десятые сумочки. Девятая эмблемка. Ну, блин, неплохо. В принципе, сделаем вот так вот. Да, неплохие плюхи. Вот за 500 самых. Надо было забирать, что я не подумал. Там предыдущие тоже. Это же английский сервер. Нормальные такие плюхи сегодня. Так, поехали, посмотрим, что у нас тут делается. Так, еще у нас там остров. Дуэлянтик, плюс 2 осколка, отлично. Здесь, кстати, он неплохо падает. Тандера нет. Поехали посмотрим. Мэри дешевеет уже. Видите, уже 3 пака больших надо. Ну, на русском вообще можно, по сути, за 100 баксов собрать. А, так, с чё, таким наградам плюхом должен быть сегодня 9 героев. И, кстати, тоже неплохой пак и монетки. По 20-ке. И пыльца. И камешки. И эмблема 9. И зефир. Так, тут у нас командорка, Рэй и Махатма по скинам. Так, а вот они, куча разных паков. Большой пак 1000 пыльце. Так. Неплохие паки сегодня за пятерик. Тоже пак обалденный, я вам скажу. А, аккумуляция даже сегодня есть. Неплохая аккумуляция, кстати. Зефир. Да, также есть у нас паки с проходками. Этот заберем, потому что надо. Ну, 29к 5 карт. Шанс вытащить Фрею, получить. Ну, конечно, не равняется с другими серваками, но довольно-таки неплохо. А, окей, побежали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском интересного. Так,
Так, хрусталка есть, хрустальный сундучок, Мэри. Ну, в принципе, тоже довольно-таки неплохо по книгам. Конечно, как обычно, на русском печаль, есть пират на русском сервере. Посмотрим. Ничего себе. Зефир. А, нет, тут и зефир. Сумка огненная. И то одна печалька, конечно, по сравнению с другими. Я тут уже обрадовался. Сейчас мы тут натащим. Короче, это как обычно, русский сервер. Здесь, как обычно, карта богатства. Парящий остров открылся. Зефир, один осколок. Ничего не поменяли. Подарочки от VR уже был. Базар, набор сокровищ, кузница. В общем, ничего интересного такого нет. Рынок, как обычно, ни о чем. Закрываем, поехали на немочку. Посмотрим, что на немке интересного есть. Так, за вход. Тут акций никаких новых нет. Кстати, давненько на этом серваке уже не давали халявы. Десамиков. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, ребят. 500 самов на халяву. Только сказал. Сразу же нам их дали. Вот, смотрите, сумочка с огником. Ну, конечно, плюхи такие есть, но все равно плюхи отличные. 5 сундуков даже первых за 1100. Это неплохой вариант. Так, ну, большие паки здесь просто топчик. Ченьки, скин, Мэри. Мэри здесь дороговато еще. Скины. Вот это, конечно, классные паки, вот эти. Хочу посмотреть, 6 осколков Мэри у нас, 18 зефира, 20 розы, 30 огника. Блин, мест не хватало. Херню я сделал. Здесь после 11, скорее всего, обновится, добавится у нас островок. Поехали Тайвань глянем, что у нас на Тайване. Еще, наверное, на АЭС забежим. Что опять Тайвань выкинула на тестовый аккаунт. Так, тут тоже накопление. Блин, обалденное накопление. 10-я маска даже дается. Скин. Огники, все прочие здесь уже намного дешевле. Рейка тоже подешевела. Так, что у нас тут? Коллекционер. Коллекционер довольно-таки неплохое. Топчик.
Здесь куча разных акций. Я уже в них забегать не буду. Google Play Topic. Это добавили. Тайванский шоп. Не знаю, что это такое. А, это донатная акция, где можно купить дофигища самов. 42 тысячи, типа. 28 вместо 28 покупаешь. Ну, не знаю. Вот такая вот эта акция. Она уже не первый раз здесь. Уже второй, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, что у нас еще интересного есть? Ну и все такое себе. Так, окей, поехали еще АЭС. С вами глянем, что у нас на айосике интересного есть. Давненько я уже туда не забегал. Ну давай. Что-то не хочет. Наконец-то. Наконец-то пошла, ребятушки, жара. Сейчас мы глянем, что у нас интересного на АЭС сервере. Коллекционер, ну такое, английский коллекционер повеселее уже второй раз, разбиватель яиц, понятно, карта богатства, парящий остров у нас открыли, удачный флип, ничего интересного нет, что у нас тут? Пакет накопления, такой же, как и на английском. В английском даже, мне кажется, повезет, хотя не такое же. В общем, такие вот, ребятушки, плюхи. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.